Сегодня ситуация такая. Министерству сельского хозяйства Российской Федерации удалось убедить президента, что у нас все очень хорошо в сельском хозяйстве. И сейчас появляются факты того, что все не очень хорошо, но они не могут позволить и набраться смелости, и заявить об этом, и сказать хотя бы, ой, ошиблись. Поэтому, поверьте, в ближайшее время будут витиеватые какие-то, может быть, инициативы, но капитальные, которые мы спасли, просто отрасль АПК, поверьте, их не будет. Вы сами.